когда она была маленькая, она была все время с нами здесь, во Дворце культуры, потому что у нас работа-то вечерняя, а садики-то работают не вечером. Вот, и приходилось ее из садика забирать на работу, и она все время была с нами здесь и на концертах, и на репетициях. Потом мы создали новый детский коллектив, и она в детском коллективе занималась. И все настолько логично получилось, что ей не надо было ничего выбирать, у нее все было уже выбрано. И она выбрала это своей профессией. Она закончила наш колледж, потом закончила Челябинский также институт. Кстати, училась у тех же преподавателей, у которых мы учились, потому что наш преподаватель оказалась такой долгожительницей, и, слава богу, она до сих пор жива, ей 94 года. Вот, и она училась тоже у нашего преподавателя, вот у Нарской Тамары Борисовны.